Военную тему продолжим дальше с нашим следующим экспертом. Александр Коваленко к нам присоединяется. Это военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, Александр, ну, Минобороны Российской Федерации сообщает о якобы передислокации, вот, отводе войск из Харьковской области. Ну, я не уверен, но, по-моему, вот отвод войск не выглядит так, как выглядит то, что было в Харьковской области. Там оставлены боекомплекты, брошенная абсолютно рабочим состоянием техника. То есть, ну, наверное, совсем не какое-то такое запланированное это действие российских войск. Ну, конечно, это не спланированная передислокация или перегруппировка, как это называют в российской Министерстве обороны. Это полноценное бегство. По количеству той техники, которую оставили российские оккупационные подразделения, можно говорить, что происходило все хаотично. Особенно мы видим большое количество оставленной техники гусеничного типа. То есть это танки, это БМП и так далее. О чем это говорит? Ну, на гусеничной технике неудобно, неэффективно бежать, особенно когда необходимо преодолевать в кратчайшие сроки как можно быстрее сотни километров, поэтому и пересаживались экипажи этой техники именно на колесную. И по факту также количество тех пленных, которые имеются, можно говорить о том, что ряд подразделений попросту бросал своих либо сослуживцев, либо целиком подразделения, которые оказывались в результате достаточно быстрого контрнаступления вооруженных сил Украины уже в окружении вооруженных сил Украины, и выйти как-либо им из этого окружения не предоставлялось возможным. То есть это полноценно можно говорить о том, что было хаотическое отступление российских оккупантов в Харьковской области. А есть ли данные о том, сколько там вот техники, оружия, боеприпасов, это можно посчитать, оставили российские оккупационные? Да, конечно, можно, но на сегодняшний день, поскольку контрнаступление еще не завершено, говорить о каких-то конкретных цифрах не приходится. Не менее полусотни, например, танков. Это более-менее взвешенные цифры. Более 100 единиц автомобильной техники колесного типа. Плюс энное количество ББМ, то есть боевые бронеавтомобили, как БТРы, БМП и так далее, машины десанта. И фактически можно говорить о том, что когда действительно уже закроем полностью административную границу Харьковской области и начнут подсчитывать количество трофейной техники, она будет идти на сотни единиц. Но техника техникой очень важный на сегодняшний день для нас еще и обменный фонд. Большое количество пленных – это тоже очень важный показатель, поскольку это доводы нашего командования в диалоге относительно вопроса по обмену пленными. Александр, как на ваш взгляд, что вот послужило причиной, собственно, вот этого вот позорного бегства? То есть в чем главный просчет российского командования именно вот на вот этом участке? Я бы не сказал, что это какая-то специфика самого участка на самом деле, поскольку подобный сценарий, подобное развитие событий мы уже могли видеть. Северный плацдарм, Черниговская, Сумская, Киевская области, ведь там происходили практически такие же самые события. В частности, после того, как наступление российских оккупационных подразделений, оно захлебнулось, они не смогли развивать дальнейший штурм, например, в направлении Киева, российские оккупанты начали занимать оборону. В обороне они под давлением вооруженных сил Украины не смогли долгое время находиться из-за достаточно слабой и неэффективной системы управления и системы обеспечения передовых подразделений. Не способные сдерживать оборону и контрнаступление ВСУ, они уже вынуждены были также бежать с северного плацдарма. Аналогичный сценарий мы могли наблюдать и в Харьковской области. Возможности по наступлению российских оккупантов были заблокированы ВСУ. А в течение нескольких месяцев отрабатывалась именно блокировка их наступательных возможностей, их наступательного потенциала. Затем мы уже могли видеть то, как ВСУ начинает методично наносить удары по объектам
важным объектом российских оккупационных подразделений в тылу. Склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, пункты управления, командные пункты и так далее, и так далее. Все это подрывало их возможности по обеспечению системы управления и системы обеспечения передовых подразделений на достаточно высоком эффективном уровне. А когда у тебя нет достаточного обеспечения эффективного твоих сил и средств для ведения наступления или даже обороны, ты опять-таки не можешь держать оборону. Да, это заняло больше времени, это было обусловлено соответствующей ситуацией в зоне боевых действий, но тем не менее, когда условия достаточно сложились, удачные для начала контрнаступления, этими условиями воспользовались ВСУ, и мы можем видеть результат уже прямо сейчас. Александр, а что значит для Российской Федерации, ее армии потеря Харьковской области? По сути, речь даже не столько в самой Харьковской области, сколько в тех логистических артериях, которые размещены. Это, опять-таки, та же самая артерия Волчанск, Великий Бурлук, Купянск, Изюм. Очень важная логистическая артерия, например, для осуществления наступления в направлении Славянска и Краматорска. То есть через Харьковскую область было осуществлено обеспечение будущего наступления в Донецкой области с достаточно серьезными перспективами захвата целиком Донецкой области. Также и обеспечение через эти же самые артерии, логистические, как автомобильные, так и железнодорожные, напрямую из Российской Федерации, всех действий в Луганской области, как наступательных, так в настоящее время и оборонных. Но мы видим, что этих артерий уже нет, они их не контролируют. То есть как таковое наступление в Донецкой области – оно уже, можно сказать, что захлебнулось целиком и полностью. Дальше вопрос в другом. Могут ли они держать оборону? В Луганской области держать оборону будет значительно им проблематичнее, чем, например, в Донецкой. Но, тем не менее, если мы говорим о границах так называемых ЛНР и ДНР, то эти территории с 2014 года, там формировались линии обороны, фортификационные сооружения, там они более основательно подготовлены и за счет этого смогут держать определенный период времени оборону. Тем не менее, это не говорит о том, что мы не сможем ее сломить. А вот потеря Харьковской области, что, какой делает эффект? Так это эффект полного нивелирования их планов по закрытию границ Донецкой области, оккупация полностью этого региона и, конечно же, по Луганской области. Такая же самая ситуация. И, опять-таки, контрнаступление в определенной части Луганщины, вооруженных сил Украины в ближайшее время я не исключаю, поскольку там на сегодняшний день фактически отсутствует полноценная линия обороны до участков, чем ближе к так званому ЛНР. То есть вы предполагаете, что, возможно, украинские вооруженные силы пойдут дальше на территории так называемых народных республик? Вполне сейчас есть возможность со стороны Харьковской области зайти в ряд районов Луганской области и освободить их. Абсолютно. Поскольку на фоне вот этого хаоса, который сейчас царит в командовании Российской Федерации, отсутствие единого мнения, какие именно позиции им сейчас занимать, где именно конкретно концентрировать всю эту передислокацию и перегруппировку, у вооруженных сил Украины есть возможность определенную часть Луганской области освободить уже, ну, фактически, давайте говорить так, до конца сентября. Размыто. Размыто, говорим так. Александр, вот эта вот судьба убежавших с Харьковской области российских войск, те, которые, что называется, выбрались, там вот это видео, помним, да, там, слава богу, уехали, там, и так далее, вот, какова их дальнейшая судьба? Их опять бросят уже там на Донецкое, например, на направление, или там, может быть, на юг, и опять-таки, ну, зная, как им там не дают ни возможности там перевести дух, то есть сразу бросаются опять на следующие участки, либо все-таки, ну, моральное состояние их настолько удручающее, что их пока не будут использовать?
Нет, их будут использовать командование, и все зависит в первую очередь именно от этих, назовем их так, персонажей. Если это, например, мобилизованные с временно оккупированных территорий Украины, Луганской и Донецкой области, то там все намного сложнее. Их попросту заставят. Вот и все. Там хочешь, не хочешь, а их заставят. А если идет речь в данном случае о контрактниках российской армии, у контрактников есть возможность либо разорвать контракт, либо пойти в отказ. Разумеется, их за это отправят на подвал, их будут не допускать в зону боевых действий, тем не менее, поэтому таким образом они могут сохранить себе жизнь. Но если они не будут идти в отказ, то, безусловно, их сразу же будут использовать на других направлениях, опять-таки для обороны уже рубежей в Луганской области, либо Донецкой. О переводе их на южное направление, на южный плацдарм, я не думаю, что это может в ближайшее время реализоваться такой сценарий, поскольку, например, в Запорожской области сконцентрирована довольно-таки серьезная группировка, и нужно не столько ее укреплять российскому командованию, как они это, я более чем уверен, понимают, сколько именно они должны будут сейчас направить все свои силы и средства на сдерживание контрнаступления вооруженных сил Украины. Безусловно, это ресурс уже выработанный, морально-психологически как минимум, и говоря уже о физическом истощении. Но что самое главное, у российской армии нет компенсации вот подобного рода ресурса. У них нет людского ресурса. Поэтому они даже эти истощенные подразделения физически, морально, они их будут использовать и дальше без вывода на ротацию, либо же без вывода на восстановление боеспособности. Александр, вот напоследок очень коротко, если можно, с 1 октября начинает действовать ленд-лиз. Давайте не будем раскрывать всех секретов, сколько там вооружений и какого получит Украина. Но как вы считаете, как это вот может изменить ход событий на фронте? Даже теми поставками, которые на сегодняшний день были у вооруженных сил Украины от наших международных партнеров, мы смогли не только остановить наступление российских оккупантов практически по каждому плацдарму, но и нанести им значительный урон, что на сегодняшний день они потеряли какую-либо способность к наступлению, а по некоторым направлениям даже к обороне. После получения ленд-лиза, когда ленд-лиз действительно заработает на полную, я более чем уверен, что эффективность действий вооруженных сил Украины повысится не просто в разы, а на порядок, но и, соответственно, значительно ускорится процесс освобождения территории Украины. Спасибо, Александр. Александр Коваленко, военно-политический образователь группы «Информационное сопротивление». Мы говорили о ситуации на фронте, в частности, в Харьковской области. Спасибо вам, всего доброго.